В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий за 2017 год. Награды лауреатам лично вручил король Швеции Карл XVI Густав. Нобель по литературе присужден британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигури. Жак Дюбуше, Иоахим Франк и Ричард Хендерсон стали лауреатами премии в области химии за развитие криоэлектронной микроскопии. Профессоры Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш отмечены наградой по физиологии и медицине за открытие молекулярных механизмов. Американский профессор Ричард Талер получил Нобеля по экономике за вклад в развитие теории в области поведения потребителей. Премию по физике присудили за обнаружение гравитационных волн с помощью детектора LIGO. Обладателями награды стали Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн. Кроме того, в норвежском Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. На ней присутствовали члены королевской семьи и премьер-министр страны Эрна Сульберг. Нобеля мира за 2017 год получила международная компания по запрещению ядерного оружия ICAN.